Что из себя представляет центр спорта? Центр спорта — это два спортивных объекта, всеми любимый уже дедушка ФОК, молодой крытый плавательный бассейн. В этих объектах у нас 11 видов спорта, из них 6 видов спорта — это для детишек. Фитнеса у нас большое количество. Есть колонетика. Колонетика — это такое направление очень интересное. Это что-то на расслабление, стретчинг. Также у нас имеется аквафитнес. Достаточно распространенное на данный момент направление. Прокачивает все группы мышц. По которым надо заняться гандболом. Это динамичная, зрелищная, командная, контактная и очень умная игра. В футболе существует очень много элементов, и для того, чтобы показать это все, это очень сложно. Без сетки, естественно, на сегодняшний день вот у нас сетки пока нет, ее, конечно, не сразу то установишь и все остальное. Поэтому мы покажем вам определенные элементы. Хочется сказать, что на сегодняшний день за год этой работы, этой секции, хотел бы поблагодарить родителей, если они присутствуют, этих ребят. В то же время они молодцы. Старательно работают, занимают уже на некоторых уровнях места.